Всем привет, с вами Ольга Чернова. Хочу вот небольшое дополнение еще снять. Вот только что снимала видеоролик про протравливание семян в перекиси водорода. Только выключила камеру, начала смотреть. Там идет такая реакция. Там, видите, все вспенилось. Это значит, что семена были очень нестерильные. Работа идет, бактерии там, вероятно, погибают. Но там пена в некоторых аж шапкой стоит. Вот это действие перекиси водорода. Смотрите, было же вообще чисто. Все вспенилось. Сейчас я еще перемешаю. Для того, чтобы семена все-все у вас покрылись перекисью, можно какой-то... Ну, лучше, конечно, сейчас пластмассовую возьму. Прям несколько раз можно перемешать, чтобы они все обработались со всех сторон. То у меня маленькое количество семян, там воды совсем я немного налила. Но все равно вы видите, какая пена появилась. Вот эта перекись водорода работает, уничтожает все бактерии в моих магазинных просроченных семенах. Видите, что качество семян не очень, они какие-то черненькие всякие. Но раз пенится, буду ждать, даже если пройдет 10-15 минут, буду ждать, пока реакция не прекратится. Пока образуется пена и пока там все шипит, это значит, еще есть над чем работать перекиси. Все, до свидания. Это маленькое дополнение к видео. Обрабатываю семена перца перед посевом перекисью водорода.